Сразу несколько белорусских оборонных предприятий участвуют в международном форуме «Армия-2017», который открылся сегодня в подмосковной Кубинке. Беларусь привезла около 150 образцов военной продукции. Многие из них широкой аудитории показывают впервые. Среди новинок – плавающий бронированный автомобиль и многоцелевая грузовая машина, а также макеты разведывательно-огневого модуля на базе техники артиллерийского дивизиона «Легион». Республика Беларусь и Государственный военно-промышленный комитет наш ежегодно участвует и старается участвовать в этой огромной выставке, которая на самом деле сосредотачивает в себе все самые новейшие военно-технические разработки. Этот год не стал исключением. Мы привезли сюда более 20 представителей компании Республики Беларусь, как оборонного промышленного комплекса нашей страны, так и, конечно же, предприятия ГВПК. Какой интерес? Мы планируем прежде всего представить те решения технические, те новые разработки, которые на сегодняшний момент актуальны, которые интересны покупателям по всему миру. На выставке представлены более сотни государств. Белорусская делегация готовится к переговорам с зарубежными коллегами и руководителями оборонно-промышленных компаний. В 2015 году мировые расходы на вооружение в мире превысили 1 750 миллиардов долларов.